Здорово. У нас Dying Light. И я кое-что понял. Сейчас. Во-первых, надо слить некоторые вещи в магазине. Итак, будем смотреть, что у нас здесь можно продать. Так, ну для начала надо бы вот посмотреть. Здесь есть много ненужных вещей, во-первых. И, кстати говоря, очень ценных. Давайте посмотрим. Тяжелая арматура. Давайте продадим. Так, разводной ключ. Так, а на какой-то мы вешали какую-то... Вот, способность с огнем. Хорошо. Давайте продавать. Для начала... Армейская лопата 160, 48 урона, а здесь 47. Ага. Это продаем. Какой из них круче? Молот гвоздодер. Продаем. Разводной ключ продаем. А взрыв пакеты не надо продавать. Вот. Улучшение оружия чуть такое. Но это пока не нужно. Это нам нужно. Так, и вот мне интересно, батарейка. Если вставить как положено, они заставят работать все что угодно. Ну, я не знаю, на что они нужны. Мы их, по-моему, ни разу не использовали. Дальше. Аптечка, отмычки. Здорово. Трава. Пластик. Так. Словом, все, что сделано из пластика, обычно используют в чертежах с целью добавления электрического эффекта. Ладно, это мы оставляем. Бечевку. Химикаты. Так, сейчас посмотрим, что по оружию еще. Молот каменщика. Простой молот продаем. А, и пока что все. Теперь мы можем что-нибудь выкупить. Ой, ну что-нибудь купить. Так, что за чертеж? Так, интересно. Хорошо. По оружию ничего покупать не будем. Можем купить... Сейчас надо глянуть, что у нас по чертежам. А, по чертежам насчет взрыв пакетов. Мы можем сделать 3. Конечно, делаем. А как сделать сразу? Еще. Отмычки. Делаем отмычки еще. Аптечки. Тоже делаем. Так, усилитель скорости, усилитель стойкости. Опа, как? Ух ты, ё-моё, смотрите-ка. Сюрикены, а сколько у нас их? Инвентарь. Где они у нас здесь? Вот, 7. Это великолепные сюрикены. Хорошо, давайте... Создадим. Здорово. Отмычки у нас можно еще сделать. Дальше. Аптечка не нужна. Да и нельзя пока что. Это мы не будем пока трогать. Что-то я... А, взрыв пакеты. К сожалению, я потратил все, видимо, на отмычки. Или я не знаю. И коктейль Молотова. Очень интересно. Давайте попробуем. Даже еще можно сделать. И пока что все. Теперь у нас здесь есть сюрикены. Фонарь. Так, а где у нас коктейль Молотова? Вот здесь. Сейчас мы посмотрим. Вот незадача. Вот коктейль Молотова. Давайте на усилитель выносливости пока что поменяем. Потому что пока я не знаю, как им пользоваться. Сюда. А коктейль Молотова сюда. Оу-е. Так, теперь у нас
Только три коктейля Молотова как-то маловато, согласитесь. И еще кое-что. По навыкам у нас уровень силы не то. Ловкости тоже нет пока. И тут были какие-то интересные навыки. Ладно, давайте искать. Научитесь атаковать с высокой точностью. Так. Когда используется прочность, вы получаете 50 баллов очков здоровья. Что такое прочность? Какая нахрен прочность? А это что такое? Тоже круто. А это у нас? Ладно, давайте вот это попробуем. Посмотрим, может быть, здоровушку прибавится чуть-чуть. Да, прибавилось. Аптечка, почему она не восстановилась? Так, хорошо. Нам нужны мутанты. ФПС, пожалуйста, вырастите. Хорошо. Как же так получилось-то? Ну-ка, давайте еще разочек. Еще разочек. Оу, я. А! Как неловко-то получилось. Ладно, бывает. Хорошо. Так, значит, что нам нужно? Ткани бегунов. Потом отнести их к доктору. Здесь. Значит, нам в ту сторону. Так, сюда никак не войти. Сейчас будем... Сейчас попрыгаем туда. Я немного не сюда хотел. Ну ладно, на антенну так на антенну. Так, по этим штукам не рискую прыгать. А то у меня случаются косяки. Кстати, сколько у нас там отмычек? Так. Тут у нас есть местность, которую можем очистить от зомби. Так, ладно, давайте по-бырому. В ту сторону. А это еще кто? Нет, спасибо, я не хочу связываться. Блин, я пробежал, что ли? Не пойму. А, подождите. Все, я понял. Все-все-все, понял. Немного не туда побежал. Полегче! Вау, обалдеть. Короче, в чем фишка? Здесь у нас есть убежище. Где-то там. Вот это, я так понимаю, нет. Сейчас мы проверим, кто там у нас в этом убежище. Да. В общем. Так. Саид Курт. Так, а это у нас что? Безопасная зона. Просто я думаю, нам нужно же переждать до ночи, чтобы, значит, с этими мутантами-то познакомиться. Содрать с них шкуру, с них.
Вот. И отнести их доктору. Но я хочу найти то место, где у нас находится, собственно говоря, этот доктор. Так. А я не помню. Ладно, не суть тогда. Значит, давайте здесь переспим немножечко, поспим. Отметим сразу же вот эту точку. Потом рванем сюда, в безопасную зону. Главное здесь забраться еще грамотно. Так, в общем, так, можно забраться? Да, отлично. Значит, так и будем делать. Берем пушечку, наверное, оружку помощнее. Так, а молот мой там, в рюкзаке. Ладно. Спрыгиваем. Где тут можно поспать, отдохнуть? Надо найти только это место. И будем ждать темноты. Груз отобрали. Так, а это что такое у нас? Посмотрим. Тайник, одежда. Ну что-нибудь они пишут вообще или нет? Паркурщик. Давайте переоденемся. Машина как-то получше. Будет действовать. Сюрикены. Так, ну хорошо, давайте поспим. Оу, началось самое жесткое время. Они до сих пор не спят, так и сидят. Хорошо. Самое главное, чтобы тормоза нам не помешали. Итак, идем туда. Поймайте бегуна в течение ночи и возьмите образец ткани. Сложное задание, однако. Точнее, напряженное даже. Не то чтобы сложное, просто оно реально, мне кажется, какое-то напряженное. Это что такое у нас? Тут еще могут быть эти прыгуны хреновые. Слушайте, я ничего не вижу. Прям стрёмно выходить туда. Но придется. Я здесь, по сути, должен забраться. Если буду убегать. Так, взрыв пакеты. Фу, как же стрёмно-то, ёб твою дивизию. Да где он, бегун-то этот? Я еще не в безопасной зоне. Теперь вроде должен быть безопасный. Фуф! Я не комментировал даже, обделался полностью. Фу, относите образец Зерея. А куда она, бляха, ты мог смотреть, как далеко переть. А, ну в принципе поспать можно, где тут? Вот тут у них что-то еще. So, at last you are here. Я, конечно, могу дополнительное задание взять, но неохота что-то время тратить. Не, что-то не горю я желанием. Какого хрена? Бар написано. Не горю я желанием за ними бегать в это такое время суток. Так, вот тут. Поспать. Что-то там мне написали. Подсказочку. Ну, здорово. Итак, бегом к Заре. 739 часов спустя. Здорово. Кстати, давайте проверим наш новый молоточек. Сейчас мы поставим его на место... Ну, просто на место ключа, например. Заменить вот таким вот образом. Где у нас? Вот он. Сейчас горит. Так, ну давайте проверим на ком-нибудь. Например, на этих чуваках. Но этому я просто башку пронзил.
Здорово. Ну-ка давай. На шипы. Здорово. Прикольно достаточно. Ну ладно, давайте все-таки заменим пока. Не будем. Хотя, сами подумайте, нафига? Мы можем вообще эти все дела продать. Вот так поставим и все. Ничего не будем чинить. У нас так все дофига. Все, идем к нашему доктору. Докторишке. И отнесем ему результаты. Я думаю, он найдет что-нибудь в этих... в этой ткани необычное. Бечевка. Блин, я думал дверь закрыть. Ёб твою дивизию. Пошел ты нафиг. Так, все. Пора идти. О, сундук. С отмычками. Нормально тут написано нам. Сколько у нас отмычек? 11. Так. Ах ты, чуть не сломал. Ай-яй-яй. Есть. Да, не так-то и сложно оказалось. У-у-у, нож-крюк. На что бы нам его заменить? Так, я предлагаю на то, у чего меньше 75 урона. Так, этот очень хороший. Нож-крюк. А это у нас что тогда? Так. 56. На ножик можно. Но я, пожалуй, заменю на молот каменщика. Хотя, в принципе, можно и на нож. Хотя он очень крут в обращении. Ладно, пока сделаем так. Ну-ка. Да, пожалуй, надо его просто пока что отправить сюда. Взять ножик и побежать вперед. Ладно. Не хочу терять больше времени. Предлагаю идти дальше. Опять проблемки со звуком. Прошу прощения, как всегда. Откат не получился, потому что у нас нет этой функции. Но с другой стороны, если у нас будет достаточное количество очков навыка, вполне было бы неплохое улучшение, на мой взгляд. Так, мы, собственно говоря, уже пришли. Извините. Прыгаем сюда. Через решетку. И к доктору. Чуть дверь не врезался. Interesting stuff what passes for blood in this creature. Photosensitive. Quite deadly if used on a weapon, I'd wager. But I digress. My last bit of reagent here, and a reserve vial of... Oh my word. This tissue, it's testing positive for the recombined virus. Camden, do you know what this means? The meat experiment worked. When I dosed the meat samples with the altered strain, it's had an effect. This could explain all the different mutations. But I can't. Camden could. He has the equipment. But we have no way to get the research to him. Well, you can talk to him on the radio. Why not share the info that way? There's too much data, Crane. It would take years. We'd both be dead and gone before he finished. Water, water everywhere.
and not a drop to drink. What if I delivered this stuff to you, Dr. Camden? By hand. The data and the tissue samples both. Crane, getting from there to here would be insanely dangerous. Yeah, but it could mean a cure, right? Кто ж туда пойдет? You don't know how much this means, dear boy. To me, to all of us. I'll contact you when everything's ready. You must go now. Much to do. Much to do. Здорово. Как всегда, мы отправляемся. Ну, это неплохо, конечно. У нас очко навыка. Так, сейчас сразу посмотрим, что у нас там. Здесь. А что это такое? Уровень выживаемости. Навык бартер. Что бы это значило? Даже не понимаю. Сюрикен. Ну, тут надо, видите, что-то открывать. Это долго.